невозвратные теперь и на поезда. Новый тариф введен в РЖД с нового года. Теперь на поезда дальнего следования билеты будут двух видов. Те, стоимость которых можно вернуть в случае неиспользования, и те, за которые деньги вернуть нельзя. Например, в плацкартные вагоны будут продаваться билеты только по возвратному тарифу. Деньги по невозвратному могут вернуть только в случае внезапной болезни пассажира или совместно следующего с ним члена семьи, других форс-мажорных обстоятельств, а также в случае отмены или задержки отправления поезда, либо если человеку не предоставят место, указанного в билете. Стоимость невозвратных железнодорожных билетов по аналогии с авиаперевозками будет ниже, чем обычных.